Добро пожаловать в наш отель. Молодой человек, не порть праздник. Да, кого еще порчу тут? Тебе, что ли? Ваня, вот зачем? Ну зачем? Ну как еще? Вы в курсе, кого вы ушатали? Это ваш сын. Я это поняла, приняла и записала. Я вам скажу по секрету. Я собираюсь построить здесь большой, крупнейший в регионе завод, дать людям рабочие места. Если этот Строгов думает, что может просто взять и выплюнуть нас, я ему отвечу. Маловероятно. Вы русские, очень непостоянные. Согласен. Что, по страховой отобьешь? Нету у меня страховки, не оформлял я! Вот это зря, надо было оформить. Ты хороший отец. Я старался. Ну что, Ванька, как старый добрый? «Мажор в Сочи».